Рецепт приготовления французского хлеба фугас с маслинами, оливками, петрушкой, тимьяном и розмарином. Фугас – традиционный прованский хлеб, дальний родственник итальянской фокаччи. Вариации данного хлеба различны. Французская версия предполагает использование в качестве начинки оливок, сыра и анчоусов. Также фугас может быть начинен сухофруктами, орехами, полосками бекона и так далее. Фугас традиционно использовался для оценки температуры дровяной печи. Время, которое требовалось на его приготовление, давало сведения о температуре, после чего решалось, может ли быть загружен остальной хлеб. Фугас хранится только один день, затем, чтобы придать ему мягкость, разогрейте его в духовке при низкой температуре. Список ингредиентов в конце видео. 1. В большой миске перемешать дрожжи, сахар 1-1-3 стакана теплой водой и дать постоять в течение 10 минут, добавить муку, оливковое масло, соль и перемешать, вложить тесто на слегка посыпанную мукой поверхность, замесить в течение 6 минут, накрыть влажным кухонным полотенцем и дать постоять, пока тесто не увеличится в объеме вдвое, 1-1-2 часа, разогреть духовку до 260 градусов, разделить тесто на 5 равных частей. 2. Каждый кусок раскатать в треугольник размером 12.5х 20 см и толщиной около 6 мм и положить на противень, выстеленный пергаментной бумагой и слегка посыпанный кукурузной мукой. 3. Используя острый нож, сделать 3 параллельные черты в середине теста и одну небольшую черту чуть ниже и параллельно средней черте, растянуть разрезы с помощью пальцев, чтобы получились небольшие щели, накрыть влажным полотенцем и оставить на 30 минут. 4. Измельчить маслины, оливки, петрушку, тимьян и розмарин, смешать маслины, оливки, специи и зелень в миске. Слегка смазать каждый кусок теста оливковым маслом с помощью кисти, посыпать приготовленной смесью, приправить солью и перцем, выпекать хлеб, по одному за раз, до золотистого цвета, около 15 минут каждый. Подписавшимся, больше вкусностей. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Сухие дрожжи, 1 чайная ложка, сахар, 1 чайная ложка, пшеничная мука, 4,5 стакана, оливковое масло, 2 столовые ложки, плюс масло для смазки, соль, 1 чайная ложка, кукурузная мука, 1 щепотка, для посыпки, маслины, 1,5 стакана, оливки, 1/4 стакана, свежая петрушка, 2 столовые ложки, свежий тимьян, 2 столовые ложки, свежий розмарин, 1 столовая ложка, морская соль и молотый черный перец, по вкусу, количество порций, 3-4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Надеюсь на скорую встречу на канале.